Тебе пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. А мимо по дороге прошли босые ноги, босые, загорелые, протопали, прошли. А мимо по дороге прошли босые ноги, босые, загорелые, протопали, прошли. Ребята шли гурьбою из дальнего лесочка, Алёшка шёл последним и больше всех пылил. Случайно и нарочно, никто не знает точно, на маленькую пуговку Алёшка наступил. А пуговка не наша, скричали все ребята, дай пуговку не по-русски, написанный на ней. К начальнику заставы бегут спешат ребята, к начальнику, начальнику, скорей, скорей, скорей! Докладывайте точно, сказал начальник строгий, и карту пред собою широкую раскрыл. Вблизи какой деревни и на какой дороге на пуговку Алёшка ногою наступил. Четыре дня скакали бойцы по всем дорогам, четыре дня искали, забыв еду и сон. В посёлке повстречались седого незнакомца и строго осмотрели его со всех сторон. А пуговицы нету у заднего кармана, и шиты не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны для нагана и карта укрепления с советской стороны. Вот наш шпион был пойман у нашей у границы, никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алёшкиной коллекции та пуговка хранится, за маленькую пуговку ему большой почёт. В Алёшкиной коллекции та пуговка хранится, за маленькую пуговку ему большой почёт.